Видео создано при поддержке музыкального магазина «Динатон» и студии звукозаписи «Аркус Рекордс». Всем привет, меня зовут Скрипа, и сегодня мы снова рандомным образом выбрали песню Филиппа Филлипса. Ее предлагали и не раз, и даже в каких-то кавер-версиях, но я решила, что я разберу ее именно в таком виде, в котором она есть. Прежде хочу сказать, что сам оригинал играется на полтона ниже, чем стандарт. Но я ее разберу в стандарте, потому что для кого-то это будет просто очень-очень сложно перестроить гитару на полтона вниз. Поэтому играем в стандарте, разбираем в стандарте, а там уже сами разберетесь, перенастроите на полтона вниз и будете играть вместе с оригиналом. Итак, начнем со вступления. И как раз разберемся с боем всей песни. Зажимаем первую и вторую струну на третьем ладу. На протяжении, можно сказать, всей песни стоят эти два пальца и никуда не деваются. Басовая струна в данном случае у нас третья открытая. Затем играем, я объясню, как перебор. На самом деле это играется на двух струнах, но акцент делается именно вот на, либо на первую, либо на вторую струну. Итак, когда мы играем вниз, мы делаем акцент на вторую струну, когда играем вверх, делаем акцент на первую струну. Играем басовую, затем вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. В данном случае в основном здесь меняется только басовая струна. Четыре раза играем. На каждый аккорд по четыре раза. Раз, два, три, четыре. Ну и, соответственно, это играется быстрее. Такое отступление, и с этого же аккорда, с третьей струной, с басовой, начинается куплет. Первый аккорд — это третья басовая струна. Второй — играем четвертую струну открытую, басовую. Затем зажимаем пятую и четвертую струну на втором ладу, играем эти две струны как басовую. И четвертый аккорд — зажимаем пятую струну на третьем ладу. Получается. На второй раз играем все то же самое, только первый аккорд идет не с третьей открытой, а с шестой на третьем ладу. Скажем так, это такая тренировка для правой руки, чтобы попадать по правильной струне. Мы сыграли это, и начинается прихорус. Там три аккорда. По сути, получается, это до, соль, ре, то есть С, G, D. Но, опять же, мы зажимаем на первую и вторую струну на третьем ладу.
Первый аккорд, значит, зажимаем первую, вторую струну на третьем ладу. Затем четвертую струну на втором ладу и пятую струну на третьем. Третья открытая, шестую мы не играем. Затем первый и второй палец переставляем на шестую и пятую струну. То есть получается шестая на третьем, пятая на втором, четвертая, третья открытая и аккорд соль. То есть G. И затем аккорд ре, мажор. Первая, третья струна на втором ладу. И вторая струна на третьем ладу. Пятую, шестую мы не играем. Аккорд ре. Мы просто проходимся по каждому аккорду вниз. И два квадрата у нас получается. Получается... Переходим к припеву. And I will do it for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. Припев у нас играется вообще на самых стандартных аккордах, на которых можно сыграть просто миллион песен. Это до, соль, ми, минор и ре. То есть С, G, Е, М, Д. Но опять же, они играются с первой и второй струны на третьем ладу, кроме аккорда ре. Значит, первый аккорд у нас до, о котором мы уже в курсе. Потом соль, ми минор и ре. Здесь у нас уже меняется бой. На первый аккорд играем вниз, вверх, вниз, вверх. А на второй аккорд играем вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. То есть, опять же, первый удар идет по басовым струнам, остальное по верхним струнам. И медленно, чтобы было понятно. Мы играем два раза эти аккорды, и затем идет такой проход перед куплетом вместе с голосом. На басовых струнах. На четвертой, пятой и шестой. И на последний раз, когда мы играем шестую струну на третьем ладу, мы уже переходим в куплет. Что мы играем? Четвертую открытую. На пятой струне играем второй лад и открытая. На шестой третий. Снова на пятой второй и открытая. И на шестом и на шестой третий лад. Также в этой песне есть небольшой бридж, играется он так. Аккорд ми минор, который ЕМ, соль, G и до
С. И аккорд до, то есть С, играется в два раза дольше. Играется это два раза, и затем после этого бриджа играется еще четыре аккорда, которые мы играем в припеве. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. До, соль, ми минор и ре. Играется точно так же, 4 раза, и затем снова припев. И так далее, до конца песни. А на этом все. Эта песня очень хорошо тренирует координацию вашей правой руки, поэтому тренируйтесь. Она играется достаточно быстро, поэтому придется немножечко постараться, чтобы ее прям сыграть хорошо. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, предлагайте песни в комментариях, а также в личные сообщения в нашем паблике ВКонтакте. Все ссылки есть в описании. Ссылки на гитары и на струны тоже есть в описании. С вами была Скрипа, до скорых встреч!